Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня я сделаю обзор на экшн-камеру CGCAM 5000. Заказывал с AliExpress, ссылки будут в описании. Заказывал одного продавца экшн-камеру, монопод и дополнительный аккумулятор. Посылку уже вскрыл, записался вскрытием, но микрофон давал шум сильный, поэтому решил перезаписать. А посылка шла ровно месяц, ну примерно. Это в принципе нормально, достаточно быстро, все качественно было спаковано. Вот такого заказывал в синем цвете. Такая, в общем, сейчас вам все покажу, расскажу. Давайте, наверное, с монопода начнем. Монопод заказывал тоже CGCAM, фирменный. Сейчас покажу вам его. Длина монопода 80 сантиметров, достаточно нормально. Лейбл CGCAM, он тут раздвигается, достаточно легкий, в общем, достаточно длинный. Как снимает все это, выложу в отдельное видео или в этом, еще не знаю, в нем в сумерках. Точно, вот монопод сам, положу его сюда. Вот, собственно, сама камера. Долго думал, какую камеру выбрать, но остановился именно на этой. Да, кстати, вот этот продавец положил подарочек такой на телефон. Какое-то крепление, не знаю, еще мелочи, конечно. Тут инструкция небольшая. Ну, в общем, мелочи, но приятно. Такая фигнюшка. Вот, собственно, сама камера. Камера сама в водонепроницаемом чехле. Кстати, в первом видео я, кстати, не смог ее открыть с маху. Сейчас я научился это делать. Если будете заказывать, ссылки, кстати, все в описании будут, где заказывал. Да, кстати, я еще забыл, наверное, сказать то, что я заказывал карту памяти на 32 гигабайта. Ну, существенной разницы в цене не было. Но все равно заказал. Кстати, у другого продавца у этого не было. Ссылку тоже выложу. Не намного дешевле вышло, чем у нас. Заказывал Kingston фирму. В общем, смотрите, открывается вот так, эта защелка давится одновременно сюда и это наверх, вот так вот открывается она, вот. И тут сама камера. Аккумулятор был сразу вставлен, когда я открыл, а вот карты не было, карту отдельно вставлял. Вот у нас, собственно, карточка на 32 гигабайта. А на камеру включу попозже. Вот такая маленькая, компактная. Очень интересная. Камеру сюда поставлю. Сам комплект. Очень богатый комплект по сравнению с любыми другими камерами. Очень богатый. Такого нету. Тут вот и на руку вязочки. Защитный экран. Салфетка, протирать объектив, наклейки CGCAM, если вы хотите, может, наклеить, рекламировать где-нибудь эту классную фирму. Два куска двухстороннего скотча, это, видимо, вот на эти защелки, кстати, я разобрался, я при них расскажу сейчас, зачем они. Это, кстати, к ним, скорее всего. Крепление камеры для штатива и куча разных креплений, куча просто, и огромное количество. Я даже половину не понимаю, зачем они. USB шнур, собственно, для подключения камеры, еще крепления всякие разные. Это, скорее всего, вот она, руль покручивается. Сама инструкция. Инструкция с картиночками цветными, даже есть русский язык, вот он. Особо ничего такого интересного нету. Характеристики: 12 мегапикселей, поддержка карты 32 до 64, USB 2.0, аккумулятор 60 минут, автономная работа 3 часа, Wi-Fi. Нет, я заказывал без Wi-Fi, я не знаю, у меня не было нужды с ним.
заказывать. В общем, инструкция от продавца, благодарности. Сейчас не ведется камера. Вот, можете прочитать, если интересно. Я не буду читать. Кстати, это от карточки тоже Thank You. Тоже спасибо, все благодарят. Потом объектив закрывать. Кожу на объектив вешать. Потом куча еще всяких креплений. Просто куча, я не знаю, куда применять их, столько я их сейчас разложу, покажу вам. Их очень много. Капотная коробка. И вот сам аккумулятор. Тоже заказывал оригинальный аккумулятор. Вот он с лейблом. Сейчас камеру наведу. Видите? Вот CGCAM написано. Ну, потому что, чтобы сел, быстренько заменить, не пропустить какие-то моменты. Сейчас разложу все. Вот они. Куча креплений. Куча креплений всяких на все случаи жизни. В общем, вот такой комплект богатый достаточно. Если брать другие камеры, я читал, там Xiaomi или GoPro, там это все покупается отдельно за деньги. Так что решать вам. Ссылку еще раз повторяю, положу в описании, выложу. Сейчас покажу вам саму камеру, включу. Включается нажатием спереди на кнопочку переднюю. Вот, вот включение. Снимает. Также есть режим фотографии и настройки. Да, кстати, хотел сказать, что я прошил данную модель уже камеры, потому что прошивка была стандартная, она есть новее, то есть я обновил ее. Если интересно, пишите, там ничего сложного, в принципе, я думаю, вы сами разберетесь на сайте, все это есть. Не знаю, видно вам, нет, сейчас камера что-то не может. Ну, в общем, сама камера. 12. А, камера снимает. Сейчас вам скажу. Так, камера снимает, если брать видео, тут есть 4 режима. Это Full HD 1920 на 1080, 30 FPS, 30 кадров в секунду. Также есть 720 разрешение, 60 FPS. Кстати, я хотел отметить, что 60 кадров в секунду здесь не дублирующие кадры, а на самом деле она и снимает все 60 кадров. Разные режимы. Также есть режим автомобиля, как он называется, режим автомобиля, да, называется, как он называется, то есть использование в качестве видеорегистратора. Но этого крепления, к сожалению, нету, но его можно заказать. В общем, сама камера, сейчас покажу, как выключу, как снимается аккумулятор, вытаскивается. Камера вставляется в левый бок карта памяти. Также тут есть выход USB, подсоединяется микрофон. Тут передние, задней панели находится дисплей. Также датчики, кнопка сверху для фотографии и для начала съемки. Также датчики, батарея находится снизу. Вытаскивается она не так уж просто. Тоже нужна сноровка определенная. Зажимается, и она подвигается. С первого раза не всегда получается. Кнопка нажимается, а это вытаскивается на себя. Не очень удобно, конечно, вытаскивается. Но возможно. Может, это и к лучшему. Вот сама батареечка. Такая же, как я вам показывал. Абсолютно. Вставляется. Язычочек вытаскивается. Все довольно-таки закрывается. В обратном порядке гораздо проще, чем
снимается это все. Так вот. На ощупь очень приятная камера. Маленькая. Я пробовал снимать очень качественно, мне очень понравилось. Я обязательно выложу вам, чтобы посмотрели, как она снимает и в солнечную погоду, и в сумерки. Что еще сказать хотел? В общем, я рекомендую брать данную камеру. Причем весь комплект мне обошелся, получается, камера около 5000, монопод 300, флешка 500 и аккумулятор дополнительно 400, ну около 6500. Это учесть, если учесть, что у нас в магазине одна камера 8000 стоит, то есть я считаю, что вполне выгодно заказывать. Долго искал продавца, тоже по отзывам. Ссылку я еще раз говорю, вам выложу. Ладно, на этом я все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Всем удачи. Пока.